Лучший промокод FIRE1 дает тебе 30% к депу. Привет, дорогие друзья, сегодня у нас баланс 2600 и хотел бы максимально попробовать рискнуть в кейсе Resort для начала, а потом вас ждет сюрприз, потому что мы сегодня нацеливаемся на самый-самый экстренный кейс под именем Cobblestone, потому что в Cobblestone мне всегда интересно было выбить, знаете, какую-нибудь чешку, либо дигл. Но это все влажные мечты, которые меня всегда подводили. Но я сегодня надеюсь, что, пожалуйста, хотя бы сегодня в Cobblestone выбить топовый драгонлорчик. Но драгонлор — это мечта. Мечта, которая, может быть, и не исполнится. Поэтому давайте сначала к сюрпризу перейдем. А именно бонусные кейсы, которые я всегда обещал открыть. И на данный момент мы... Удивительно, потому что я думал, что Югар не может выпасть в бонусном кейсе. Ну, думал, сейчас перекатится, как обычно, а он выпал. Это хорошо, это плюс вайп максимальный. Ну, и даже P250 накинул. Молодец какой. Максимально молодец. Еще один раз откроем. Ну, как бы мало, но сойдет, я бы сказал. И Black Collection, который нам, как обычно, любит 0 выдавать. Да. Ну, слушайте, теперь мы можем перейти к Cobblestone, потому что это самый легендарный кейс, где я один раз в жизни выбивал рыцарь, один раз в жизни на MyCSGO и то, но я дигл ни разу не выбивал, поэтому давайте пробовать, потому что мне интересно. И, кстати, по поводу дигла пищаль в CS2, он выглядит на самом деле достойно. У него есть подсветка прикольная и цену свою оправдывает. Ну, блин, ну почему ДМ-ки не докатил, я уже был уверен в этом. И поэтому хочу вам сказать, что Dragon Lore вообще шикарный скин. До сих пор остается один из самых лучших, шикарнейших скинов. Но большой минус в том, что он подешевел. Раньше он мог стоить там 1 000 000, там 2 миллиона, ну, в зависимости от качества в любом случае. Но сейчас он стоит 379. Это, мне кажется, после полевых испытаний. Если кто-то шарит за скины, тот поймет. Напишите, пожалуйста, мне интересно. Ну, конечно, Максим серебро. Ну, давайте 3 штучки откроем, что ли. Или 4. Мы даже 4 можем себе позволить открыть, но... Опять же, большой страх. Большой страх того, что мы сейчас все в ноль зальем. Без дигла какого-нибудь. Ну, чешку бы дал. Чешка тут стоит 39 тысяч. Вот просто представьте, как раньше люди делали контракт. То есть они... Брали чешки брали и просто пытались крафтить себе эмку рыцарь. И потом как-то они крафтили Dragon Lore, я даже не помню каким образом, но я думаю, что я когда-нибудь попробую скрафтить Dragon Lore и закрою свою детскую мечту. Но пока что попробуем выбить на сайте MyCSGO что-то интересное. Но пищаль выпадет. Но пока, к удивлению... А, подождите, почему у нас 19 тысяч? А, нам по 2000 кольчуга выпало, которая 10 тысяч стоит. Раз, два, три. Офигеть. Я даже не заметил, пока я разговаривал с вами, я не ожидал от такой отдачи от Cobblestone. Так давайте 5 штук будем открывать, потому что это интересно. Все-таки я не ожидал, что такое может быть в теории. У меня даже в голове не укладывается, как мы могли выбить скин за 10 тысяч, при этом не заметив. Это хорошо. Ну, главное, чтобы без пустых, конечно, дружище. Давай без пустых. Ну, такое себе, на самом деле. Такое себе. Пожалуйста, хоть один раз дай выбить чешку, пожалуйста. Один раз в жизни, и все. Я уйду от тебя, Cobblestone-чик мой. Брат любимый, брат. Ну, братанчик, пожалуйста. Ну, не знаю. Это жесть. Это просто жесть. Я молчу, потому что я не знаю даже, как это комментировать. То, что мы Cobblestone зашли, начали окупаться, и просто вот такие вот спинщики плюсовые на копейки. Но опять 10 тысяч выпадает. Хорошо, вот сейчас 10 штук прямо на ваших глазах в прямом эфире открываю. Прошу тебя, вот хотя бы сейчас выдай мне чешку либо эмку. Ну, конечно. Конечно, ничего не будет. Я не знаю, это эмоциональные качели, который хочет... Ну, опять выбили скин за 10 тысяч. Все, тогда дай мне 10 таких скинов по 10 тысяч, и я пойду открою 4 ножевых кейса, но это все в моей тупой голове, которая надеется на чудо. Ну, пожалуйста, ну, хотя бы дал бы... опять это по 2000, ну, фастом откроем.
Не судьба, ребятки, не судьба. Каблсон больше не буду открывать никогда в жизни. Спасибо, конечно, но такое себе. Вот Скоринайт можно попробовать, потому что тут ножи я часто выбиваю. И хотелось бы уже керамбит выбить, потому что, ну... Конечно, хорошо то, что мы складные ножи там выбиваем отсюда. Или какой-нибудь фальш, он охотничий, но керамбит ни с чем не сравнится. Тем более, опять же, как я говорил в CS2, скин керамбит ночь достаточно неплохо выглядит, потому что у него расцветка интересная, так же, как и бабочка. И можно собрать крутой сеттинг, знаете, вот Нокс перчатки есть, которые полностью темные, и керамбит ночь будут сочетаться отлично, я думаю. Особенно, если качество нормальное. Но пока что нас ждет, я не знаю, я фастом буду открывать, потому что это беспредел какой-то. Ну, давайте две штучки, если не выпадет, то пойдем рисковать уже в другие кейсы. Ну, это просто ужас. Это ноль комментариев. Еще разок откроем. Не знаю даже, как это комментировать. Это просто смешно. Ну, давай армейское качество. Хотя бы ты порадуй. Иногда бывает такое, что за 5000 скин подсыпят. Но сегодня не мой день, видимо. Просто не мой день. Ну, 3000 это good, конечно, но мало. Мы слили 15000, да, у нас на балансе пики было. Прикольно вот так вот играть в сайт, когда просто скамят тебя. Ой, ладно, ребятки, я знаете, что подумал? Знаете, что подумал? Просто откроем ножевой кейс. Ну, я не знаю. Это ошибка. Я сейчас реально заплачу уже от такого невезения. Ну, дай-то один нож. Ну, кстати, подождите, два ножа даже дает. Ну, Боуи это 100% красивый скин, оставляем. А ножик Наваху мы так поиграем на нее. Ну и последний кейс, который я бы хотел открыть, это, конечно, Скайринайт. Последний шанс, попытка, прошу тебя. Просто не скамь. Я закрыл глаза. Надеюсь, я когда открою глаза, там будет хоть один нож. О, господи, нет. Просто нет. У меня уже помутнение в глазах. Сейчас я упаду в обморок и буду плакать. Это действительно меня... Шокируют, ну реально шокируют, это уже не смешно, у меня резкая перемена настроения случается, я с ума схожу уже от сайта, пожалуйста, дай мне один нож. Я либо сошел с ума, либо у меня какие-то проблемы с головой. О боже, серьезно, просто столько спинов дать и ни разу не окупить, кроме этого дигла ночная буря, которая окупает на 200 рублей. Ладно, я просто молчу. Ну, плюса вышли, anyway. Давайте последний спин сделаем на Индосмок. Да-да, нет-нет. Еще один спин будет у нас. Ну, как говорится, не повезло, ребятки. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.